На строительство ледовой арены для универсиады ищут подрядчика. Речь идет о комплексе, который возведут на месте недостроенного здания крайкома КПСС на взлетке. Подрядчик должен сдать объект уже к осени 2018 года, как раз за полгода до игр. На его плечи ляжет и снос исторического недостроя. Также ему придется расчистить площадку, возвести здание, провести коммуникации и благоустроить территорию вокруг. Цена контракта максимум 3,5 миллиарда рублей. В уже недалеком 2019-м в арене планируют проводить международные турниры по хоккею с шайбой, шорт-треку, массовому катанию, а также слэдж-хоккею для людей с ограниченными возможностями. В проекте, который, к слову, разрабатывала столичная компания, предусмотрены буфеты, залы для восстановления спортсменов, прокаты коньков и VIP-ложи. Заявки от потенциальных претендентов рассмотрят 26 мая. Напомним, к 2019 году на правом берегу Красноярска построят и платинум-арену «Ледовый дворец-семитысячник».